Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые пчеловоды. Продолжаем наши беседы о важном. Сейчас хотелось бы рассказать вот о такой вещи. Ну, всем известно, что есть определенные границы, при которых заключенности пчел, при которых необходимо начинать обрабатывать пчел акарицидными препаратами, если вы не применяете других методов. Дело в том, что все практически министерства сельского хозяйства всех стран мира дают рекомендации своим пчеловодам, когда и что нужно делать. В частности, уже от 4 до 5% заключенность считается критичной для экономической, так сказать, целесообразности дальнейшего, так сказать, содержания пчел без обработок. Они рекомендуют проводить обработки, иначе будут потери меда, потери, так сказать, денег у пчеловодов. У нас таких рекомендаций, конечно, нет, некому их делать, но тем не менее. Значит, хотелось бы рассказать такую вещь. Вы, в принципе, вы можете сами прогнозировать примерное время, когда вам надо обрабатывать свои семьи пчел. Как это делать? Конечно, для этого нужно знать первоначальную заключенность. То есть, если вы весной сделаете спиртовую смывку или щелочную смывку, да, значит, которая покажет вам определенный процент заключенности, вы сможете сделать прогноз. Каким образом? Популяция клещей увеличивается примерно в 2 раза каждый месяц. С учетом всех потерь и прибыли, так сказать, трутневого расплода, и рабочего расплода и так далее. Не учитывая, конечно, отводков. Значит, вы можете, значит, практически, если вы начинаете смывку делать в апреле, вы можете умножать совершенно спокойно на 2 каждый месяц. Что вы будете получать? Например, если у вас заключенность в апреле 1%. В мае у вас будет заключенность 2%. В июне 4%. В июле 8%. В августе 16%. Уже этот интервал между 8 и 16% уже критичен для пчел. При 10%, как правило, пчелы, если не принимать никаких мер, они просто не выживают. То есть, где-то между июлем и августом вам уже требуется проведение обработок. Если же ситуация другая, и у вас заключенность где-то в районе 0,1%, то тогда смотрите, что у вас будет. Второй месяц, мая, у вас будет 0,2%. Значит, в июне 0,4%, в июле 0,8%. Значит, в августе 1,6%. И в сентябре 3,2%. То есть, близко к тому уровню, когда, значит, вы, так сказать, заключенность может вызвать экономические потери. Вы видите, что в сентябре еще это не критично, да, пчелы выживут, но обработка уже требуется. Если они к весне, так сказать, выйдут с заключенностью 2-3%, они погибнут уже до главного медосбора. Поэтому при такой заключенности тоже нужно обрабатывать. Так что вы видите простой способ, если вы, так сказать, сделали смывку и вам известна заключенность. Коэффициент 2 каждый летний месяц, в котором есть, так сказать, выведение расплода пчел, и вы узнаете, какова заключенность будет прогнозная у вас в определенные месяцы года. Так что берегите ваших пчел, проводите такие вот смывки периодически, чтобы не потерять пчел, чтобы знать, когда их нужно обрабатывать, в каком они сейчас у вас состоянии.